27 июля в библиотеке имени Горького прошла уникальная лекция с участником специальной военной операции Максимом Борискиным. Это мероприятие было организовано в рамках проекта «Точка невозврата», который направлен на просвещение и вовлечение людей в патриотическую деятельность и помощь участникам СВО. То, что вы снимали сегодня, это очередной выпуск нашего большого проекта, который называется «Точка невозврата». Это площадка поддержки военнослужащих, участников специальной военной операции. Проект работает уже более полугода. И через эту самую точку невозврата прошли очень интересные люди. Очень интересные люди. Мы сами их открываем всякий раз, когда определяем тему того или иного проекта, приглашение того или другого участника спецоперации. В течение лекции главный герой мероприятия Максим Борискин рассказал о своем боевом опыте, о том, как он справлялся не только с физическими, но и с моральными трудностями. Также Максим поделился историями об экстремальных ситуациях, с которыми приходится сталкиваться, и подчеркнул важность готовности и дисциплины в армии. Сегодняшний вечер был посвящен замечательному человеку совершенно, Максиму Владимировичу Борискину. Мы с ним познакомились тоже здесь, на этой точке невозврата. Он просто приехал к нам, узнав, что здесь вот встречаются участники спецоперации. И он действительно, видите, как он подготовился, видите, как он раскрылся замечательно. Он разговорчивый очень. Он такой немножко вот шукшинский чудик, да? Но и что-то есть и теркинское в нем. Вот такое, знаете, когда сядешь на привале и будешь его слушать, слушать, потому что это никогда не закончится. Его рассказ о себе, о товарищах, о пережитых боях и так далее, о том, что он думает по этому поводу. Проект «Точка невозврата» старается привлекать больше молодых людей к проблеме СВО, ведь современная молодежь – это будущее России, и их активность и готовность помочь являются главными факторами развития общества. Поэтому участники молодежных политических организаций и студенты военных училищ были одними из главных гостей этого мероприятия. Аудитория отнеслась к герою с огромным уважением, стараясь активно поддержать его. Приятно то, что люди добрые, то, что ты как-то, тебе кажется, что ты вроде и нужен кому-то, и мир вокруг хороший, и войны как-то нету, и в то же время, столько хорошего наговорили за меня, хлопали. Я смотрел, если честно, на лица в зал, очень много смотрел, все улыбались, кто-то был с грустным лицом, кто-то улыбался, но люди ко мне в зале по-доброму относились. Конечно, это большая поддержка огромная. Лекция с участником специальной военной операции Максимом Борискиным в рамках проекта «Точка невозврата» была важной и знаковой инициативой. Ведь такие мероприятия не только расширяют кругозор участников, но и вносят свой вклад в формирование патриотического сознания и активной гражданской позиции. Сергей Чалый, Степан Шамрай, Дарья Мальцева. Новости на Восьмом.